Украинская повстанческая армия воевала против Советского Союза еще на протяжении 15 лет после окончания Второй мировой войны. Отряды ОУН оставались в подполье на Западной Украине до начала 60-х годов. На что они надеялись? На кого рассчитывали, зная, что самостоятельно СССР не победить? О победе руководители ОУН-УПА не думали. Они надеялись планомерно подтачивать СССР изнутри, готовя его развал в будущем. И главным инструментом для этого должна была стать подпольная разведка — служба безопасности ОУН. Советская спецслужба еще в 30-е годы тщательно следила за созданием разведки и контрразведки ООН. Как ни странно, подтверждение этому было найдено случайно. Это случилось после совершенного боевиками ОУН теракта по ликвидации во Львове большевистского разведчика высокого ранга Алексея Майлова. Операция ОУН разрабатывалась для совершенно другой цели. Боевик Микола Лемек должен был убить советского консула во Львове. Это должна была быть месть за организованный сталинским режимом Голодомор 1932-1933 годов. Однако боевик не знал представителя СССР в лицо, и когда попросился на прием, его представили не консулу, а Майлову. Последний занимал высокий пост в большевистской разведке и был специальным посланником Сталина. Он приехал во Львов именно с целью разобраться в ситуации с ОУН. Уже тогда в Кремле ОУН воспринимали как серьезного противника. Досить высокую оценку службы безопасности ОУН дают и противники. До речи, радянские чекисты... Достаточно высокую оценку службы безопасности ОУН дают противники. Кстати, советские чекисты, тот же Павел Судоплатов, убийца Евгения Коновальца, и Григорий Санников, один из офицеров позднего времени, который участвовал в радиоиграх и в поиске руководства ОУН, он оставил свои воспоминания. Он тоже оценивает, что служба безопасности ОУН действовала почти на равных со спецслужбой Советского Союза и в оперативных играх, и в конспирации, и в перевербовке агентов. В том числе и советских агентов, которые приезжали на территорию Украины уже с целью охотиться на руководство ОУН. Нескольких из них службе безопасности ОУН удалось переманить на свою сторону. Кількох из них удалось службе безопасности ОУН перевести на свою сторону. Понятно, что подобные процессы перетекали и в обратном направлении. Когда Красная Армия отбросила гитлеровцев из Центральной Украины, стало ясно, что СССР выйдет из войны победителем. И это понимание заставило многих бойцов УПА пересмотреть свое отношение к советскому строю. Особенно начали переживать те, у кого семьи остались на территории, которую заняли большевики. Как следствие, бойцы массово начали выходить из леса с повинной, а значит, попадали в поле зрения советской спецслужбы. Перед службой безопасности ОУН встал непростой вопрос. Или ничего не делать, и тогда предатели выдадут тех повстанцев, которые продолжают борьбу, или же действовать на опережение. С приближением Красной Армии украинская повстанческая армия, которая была наполнена бывшими красноармейцами, начала массово переходить на сторону советских партизан, на сторону Красной Армии. И это массовое дезертирство из УПА привело к первой чистке, которую организовала служба безопасности ОУН. В первую очередь это касалось людей, в отношении которых были какие-то подозрения. Может, они проявились как-то негативно. Или были бывшими командирами в Красной Армии. Или просто были людьми не местного происхождения. Себе проявили негативно. Взагалі люди не місцевого походження. Впервые руководящий состав ОУН принял решение о создании специальных подразделений контрразведки только в 1934 году на Пражской конференции ОУН. То есть это произошло аж на 5-м году существования организации. Тогда на контрразведчиков были возложены преимущественно функции охраны. Они заботились о безопасности высшего руководства ОУН, должны были предотвращать возможные аресты или покушения на лидеров. Впоследствии, в 1938 году, после убийства лидера ОУН Евгения Коновальца, фракция младшего поколения лидеров ОУН, которая объединялась вокруг Степана Бандеры, начала требовать от высшего руководства организации введения специального подразделения разведки и контрразведки.
Когда разрешение было получено, Степан Бандера, Николай Лебедь, Николай Арсенич и еще несколько человек создали так называемую «семерку» — комитет по созданию службы безопасности ООН. Первым шагом в этом направлении стало открытие разведывательной школы. Преподавали в ней разведчики-украинцы, которые работали на разведку УНР и были сотрудниками польской или немецкой спецслужбы. Первоначально основной функцией СБ ОУН была контрразведка. Они вычисляли, кто из бойцов ОУН или из местного населения сотрудничал с врагом. А также вражеских агентов, которые часто маскировались под повстанцев, как, например, представители советских групп СМЕРШ. В январе 1947 года советской спецслужбе удалось завладеть частью архива убитого в перестрелке командира СБ ОУН Николая Арсенича. И оказалось, что согласно отчетам, за период 1941-1947 годов спецслужба ОУН обнаружила и обезвредила более 1000 вражеских агентов польской, немецкой и советских разведок. Среди них и легендарный для России разведчик Николай Кузнецов. Как будувалась эта разведка? Она будувалась на персональном основе. Как строилась эта разведка? Она строилась на персональной основе и работали такими небольшими пятерками. То есть было несколько человек, было пять человек и был старший. Этот старший знал всех этих пятерых, но эти пять между собой не были знакомы. И вот этот старший контактировал с вышестоящим руководством, но он тоже не знал, с кем контактирует. Он знал, что встречается с человеком, которому надо что-то передать. А кто он такой, как его зовут, где он живет? То есть такая конспирация была достаточно серьезной. И когда проваливался один человек, за ним не тянулась вся сеть. И когда проваливался какой-то один человек, за этим не тянулась вся мережа. Однако секретность собственных агентов только половина дела. Вторая половина — привлечения людей разного возраста, пола, социальных групп и взглядов на жизнь к разведывательной или хотя бы информационной работе. СБ ОУН весьма умело работала с населением. Бесплатными информаторами службы безопасности служили практически все люди, которые симпатизировали повстанцам. Они следили за противником и передавали информацию по собственной воле, а некоторые категории людей СБ привлекала к работе принудительно или даже за вознаграждение. Инструкция для сотрудников службы безопасности ОУН за 43 год дает четкую классификацию этих людей. Это, во-первых, доверенные лица, которые имеют возможность много видеть. Портьер, официант, горничная, водитель, продавец в магазине. Во-вторых, это так называемые вигилянты, по-современному агенты-информаторы. К примеру, бывшие преступники, имеющие связи в необходимых СБ ОУН преступных или чиновничьих кругах. И гестапо, и НКВД признавали, что служба безопасности ОУН в информационной работе фактически превзошла даже их. То есть никто из врагов наших государственных служб не могли похвастаться такой осведомленностью, которую имела служба безопасности ОУН. Это все именно потому, что в каждом населенном пункте по специально распространенным инструкциям местные ОУНовцы писали ежедневные отчеты о том, что происходит. Причем не один человек, а несколько человек параллельно вели эти отчеты, которые затем передавались в службу безопасности ОУН. Служба безопасности ОУН знала о прибытии советских агентов еще до того, как они оказывались на месте назначения. Да и сами завербованные советской разведкой чаще всего приходили с повинной в СБ ОУН и становились двойными агентами. Служба безпеки ОУН дуже активно проводила і контрпропаганду, вербування людей, які... Служба безопасности ОУН очень активно проводила и контрпропаганду. Она проводила вербовку людей, которые приезжали на Западную Украину, в том числе и по направлению советских органов. Даже специальных советских органов. Скажем, одним из таких известных случаев была операция в 1945 году.
Тогда служба безопасности ОУН раскрыла так называемый провод ОУН на восточно-украинских землях. Это была специальная легендированная группа советских спецслужб, которую забросили на территорию Западной Украины. Кстати, это были очень профессиональные сотрудники, которые работали в ЧК еще с 20-х годов. У них был огромный опыт агентурной работы. Они были заброшены в Западную Украину, работали как боевка службы безопасности, и в их планах было убийство нескольких видных общественных деятелей, якобы от имени ОУН. Планировалось даже убийство Максима Рыльского в Киеве, якобы за то, что он сотрудничает с советскими органами власти. Таким образом, эта группа должна была еще более втереться в доверие провода ОУН. Но благодаря службе безопасности эта группа была раскрыта, задержана на Волыни и обезврежена. И была затримана и, відповідно, знешкоджена. Каждая из сторон пыталась осваивать и заселять приграничные территории своими агентами. Польша направляла в Центральную Украину своих шпионов, Советский Союз — своих. Их маскировали, собственно, под местное население, которое очень часто и массово бродило через границу. Такое приграничное движение особенно усилилось во времена коллективизации и Голодомора, то есть с 30 по 34 годы. Крестьяне из Советской Украины массово ездили на польскую территорию, ведь там за остатки семейных драгоценностей они пытались запастись едой. Вот в это движение за едой советская спецслужба и вплетала своих разведчиков. Но практически всех их легко ловила польская контрразведка. Они люди из города. И попадались из-за банального незнания крестьянской психологии. Разведчики с территории Украины, попадая в Польшу, имели некоторую уникальность. Они не шли сразу на рынок искать пищу, а начинали сначала, как было записано, шпацировать по городу. То есть они сначала прогуливались по городу, а потом шли на рынок. И это стало признаком того, что их потом раскололи. Потому что голодные крестьяне заскакивали на рынок, скупались и пытались поскорее убежать, проскочить назад, пока на границе было открыто это окно. Но и контрразведка ОУН довольно профессионально вычисляла советских агентов. Например, Леонида Костарева, который находился в националистической среде с 1917 года, когда вместе с другими воинами УНР был интернирован в Польшу. По убеждению националист и даже фашист, Леонид Костарев, тем не менее, был еще и советским разведчиком с довольно узкой специализацией. Он был политическим киллером. Был подготовлен целый ряд покушений на лидеров украинского националистического движения. Прежде всего мы вспомним убийство Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Степана Бандеры. Отмечу, что уже в 29-м году в руководство организации внедрили советского агента Костарева. Но его вскоре разоблачили. Кроме того, делались и другие попытки для ввода в националистическую среду агентов спецслужб для изучения возможности физического уничтожения лидеров ОУН. Расчет советских спецслужб был довольно прост и прозаичен. Если убить лидера или даже несколько ключевых фигур в украинской эмиграции, то там воцарится хаос. В МГБ, а позже КГБ, знали, что эта среда не монолитна, что существуют различные враждующие группы влияния. И убийство, к примеру, Евгения Коновальца вызовет войну между сторонниками и противниками этого лидера внутри ОУН. Так, в конце концов, и произошло. Преемник Коновальца Андрей Мельник не сумел удержать единство организации. От основного состава отделилась группа Бандеры. И когда он стал лидером воинственной фракции, он стал и мишенью для советских разведчиков. Его смертный приговор был лишь вопросом времени. Мы имеем возможность сказать про целый ряд невдалих замахов на Степана Бандеру.
При этом мы имеем возможность сказать о целом ряде неудачных покушений на Степана Бандеру. При этом для убийства пытались задействовать лиц польской или еврейской национальности, чтобы максимально дискредитировать украинское националистическое движение и выставить его не как политическое движение, а как ксенофобскую организацию. Операция была настолько тщательно подготовлена, что если бы сам Сташинский впоследствии не признался, возможно, мы бы никогда и не узнали об истинных мотивах и настоящих исполнителях этого плана убийства. Мотивы и справжніх втілювачів цього плану вбивства. Богдан Сташинский прекрасно подготовился к спецоперации. Ликвидировать Степана Бандеру он решил с помощью уже испытанного метода. 2 года до этого, а именно в 57-м, он уже убил идеолога ОУН Льва Ребета синильной кислотой с помощью выстрела из специального оружия. Это же оружие он решил применить и против Бандеры. Но и подготовкой убийства он занялся основательно. Прежде всего, он тщательно изучил распорядок дня Бандеры. Киллер знал, где он любит бывать, где прогуливался. Против лидера ОУН сыграли и внутренние передряги в организации. Ведь оппоненты Бандеры, так называемые «двикари», как раз незадолго до убийства опубликовали в прессе фото самого Бандеры, его дома и автомобиля. И это очень помогло советскому разведчику. Однако и служба безопасности ОУН тоже охотилась за советскими руководителями. Одной из таких удачных операций было ранение Николая Ватутина, генерала, командующего Украинским фронтом. Эту и другие удачные операции СБ ОУН советская власть тщательно скрывала. Георгий Жуков в своих спогадах писал про то, что випадково служба охорони Ватутіна заїхала в одне з сіл, де, скажімо так, банда бандерівців чисельністю понад 200 чоловік перехресним вогнем. Георгій Жуков в своїх воспоминаннях писав о том, що случайно охрана Ватутіна заїхала в одно із сіл, де банда бандерівців чисельністю більше 200 чоловік перекресним огнем уничтожила охрану, і Ватутін отримав ранення. Затем, много лет спустя, в 60-х годах, стал известен отчет начальника СМЕРШа Украинского фронта, который, кстати, провел очень тщательное расследование и установил, что это была спецоперация и частично стечение обстоятельств. Но Ватутин наткнулся именно на засаду службы безопасности ОУН или полевой жандармерии. И то, и другое — это специальное подразделение ОУН. И, между прочим, цифра из отчета ОУНовская буевка насчитывала от 15 до 20 человек. Фактически она была такой же, как и охрана Ватутина. А почему об этом нигде не сообщалось? Потому что стоял вопрос. Специально обученная охрана командующего фронтом доказала свою неэффективность. Мала протидіяти чіткі інструкції, як діяти в такій ситуації, довела свою неефективність. Провал советской контрразведки был еще драматичнее из-за того, что кроме потери командующего фронтом, трофеем бандеровцев стали архивы Ватутина. Документы, оперативные карты, даже шинель командующего. В ней потом еще долго ходил рядовой воин СБУ. С точки зрения сегодняшнего дня, такие методы борьбы спецслужб кажутся неприемлемыми. Но террор и политические убийства уже тогда не поддерживались большинством низовых членов организации ОУН. Да и сами руководители службы безопасности ОУН рассматривали такие меры как крайнюю форму борьбы с противником, будь то Польша или Советский Союз. Учитывая политику пацификации и присмирения украинцев, которые проводились в Польше довольно жестко, то, соответственно, такой же жесткий был и ответ боевиков ОУН. То, что сейчас называется терроризмом. К сожалению, польское государство заставило ОУН прибегнуть к террористической деятельности. Но это наложило отпечаток и на нашу тему. А все потому, что ОУН вынуждена была делать подпольную разведку и противодействовать польской контрразведке в том, чтобы сохранить свои подразделения, тайные сети и тому подобное. Террор против врагов службе безопасности ОУН готовы были прощать. Однако есть и то, чего многие бывшие ОУНовцы не простили своей СБ до сих пор.
Речь идет о внутренних чистках. Приблизительно 44 года, когда Вторая мировая война уже, видимо, шла к завершению, многие из лесных братьев тоже подумывали об отставке. А путей выхода из леса было только два. Либо прорываться на запад в неизвестное будущее, или же идти с повинной в советские органы власти и предать своих. Все хорошо понимали, что с приходом советской власти перебежчики будут привлечены к сотрудничеству с советскими спецслужбами, а значит, полностью выдадут всю информацию, которую знают. То есть могут пострадать не только низовые звенья организации ОУН, но и те люди, которые благосклонно относились к организации и ей помогали. Этого служба безопасности ОУН допустить не могла. А после того, как стало возникать много вопросов относительно сотрудничества отдельных членов УПА с польскими, немецкими и советскими спецслужбами, служба безопасности ОУН распространяет свою деятельность на украинскую повстанческую армию. И к началу 43-го уже полностью охватывает все подразделения УПА. То есть в каждом подразделении УПА действовал сотрудник службы безопасности ОУН. И каждый командир, принимая новых членов в украинскую повстанческую армию, обязательно должен был получить согласие сотрудника службы безопасности. Співробітника служби безпеки. Да и к тому же, как свидетельствуют многие документы из архива КГБ, в частности УПА, на Волыни была в значительной степени заражена агентами советской разведки. От них удалось избавиться к концу 44-го года именно благодаря мерам и усилиям СБУ. Еще в начале 44-го года под проверки и чистки СБ попадают массовые категории людей, причем речь идет и о гражданском населении. В частности, проверялись те категории, которые имели мотивацию на переход на советскую сторону. Это бывшие председатели колхозов или сельсоветов, бывшие члены коммунистической партии Западной Украины. Поэтому таких людей службе безопасности ОУН пришлось зачищать. Часто даже без соблюдения гуманных методов. Саме чистка початку 44-го року виникає найбільше запитань, тому що знищували... Чистка начала 44-го года вызывает больше всего вопросов, потому что очень часто уничтожали не только виноватого человека, но и целую семью. Погибали дети, погибали женщины, и это, конечно, негативное явление, фактически пятно на деятельности организации украинских националистов. Можно ли было этого избежать? Наверное, да. Но не стоит забывать, какое это было время. С одной стороны, это гитлеровский тоталитарный режим, с другой – сталинский. Поэтому действовать демократическими методами явно не было возможности. Тоталитарный режим, тому діяти демократичними засобами, очевидно, не було змоги. Однако даже в такой ситуации отношения в СБОУН к массовым чисткам разделились. Примером тому является история Степана Янишевского. В 44-м году он руководил службой безопасности ОУН на севере Ровенской области. Выступал против чисток и активно доказывал свое мнение руководству организации. Дошло даже до раскола организации в этой округе, ведь Янишевскому оппонировал его непосредственно руководитель Микола Козак, ярый сторонник и, по сути, инициатор чисток. Урятував Янішевського його арешт радянською владою в 1948 році. Адже у той час... Спас Янішевського його арест уже совєтської власті в 48-му году. Ведь в то время главная реферантура Службы безопасности ОУН уже выдала ордер на его ликвидацию. Хотя на самом деле прожил он после этого лишь несколько месяцев. Советская власть тоже приговорила его к смертной казни. Ненамного пережил своего оппонента и Микола Козак. Он вскоре погиб в перестрелке в Млиновском районе той же Ровенской области. Так жестоко пошутила история. Поэтому помните, что мы можем рассматривать ту или иную ситуацию только с точки зрения современности, и наше мнение будет существенно отличаться от того, что об этой ситуации думали тогда. Поскольку в каждом решении есть свои «про» и «контра».